Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, ребята, и мы продолжаем проходить Хастл Касл с вами. Так, получили, ребята, у меня по уровню, это хорошо. Так, хранилище у меня, как всегда, заполнены все. Мана накопилась. Неплохо достаточно, так, почти 4000 маны у меня. Этот все не налюбуется своим магическим шаром. Так, ну что мы с вами, ребята, сегодня будем делать? А я думаю, сегодня мы будем с вами зачищать карту. По крайней мере, сколько сможем. Ну а почему бы и нет? И поэтому давайте приступим. Сейчас только я гляну, что у меня здесь творится. Эти у меня тренируются. Тут все чисто. Никакие гадины на меня пока не нападали. Ну что, давайте, поехали. Так, у нас задание. Неспокойная земля, да? И обманчивая простота. Давайте, наверное, с обманчивой простоты. Помните, я про этих двух болванов вам говорил? Подождите, а у меня маг тренируется, а? Я думаю, что ж там не так? Иди сюда, родной, давай быстрее беги. Шевели, как говорится, булками. Ну что, прибежал, теперь можно отправляться. Не, опять не на ту карту. Давайте вот сюда. Что это за два балбеса? Боссы, что ли, какие-то? Возьмите в бой заклинание. Добавить. Ну, давай добавим. У меня как раз огненный шар. Или какой это шар-то, я уже не помню. Как его добавить-то? Готовить. Приготовить. Нет, это что-то не то. В бой. Добавить. Так я что-то не врублюсь. Ну... А как взять-то его? Ага, использовать. Использовать, готовить. Ну, наверное, готовить. Или просто закрыть. Ну-ка, в бой. Ага, надо было просто нажать. Опа-на. Глазик-то у тебя, братишка, на щеке висит. Ты хоть в зеркало-то посмотри на себя. Ничего себе, магия бомбанула, ребята. Вы видели как? Неплохо, довольно-таки неплохо. Но они крепенькие. Ну, конечно, шансов у него абсолютно никаких нету, потому что мы его разобрали. Отлично. Сосунки. И получили мы с вами 2000 золотых и синий сундук. Давайте-ка обязательно посмотрим, что у нас сейчас в сундуке будет. Хотелось бы, конечно, какое-нибудь, как я говорю, оружие или броню. Ну-кася. Опа-на, мы получаем с вами топорик на 14 уровень. У меня, наверное, таких воинов-то нету пока. Ну-ка, какой уровень у тебя? 12. Да, невозможно одеть. Ну, посмотрите, 114 атаки. Это же просто замечательно. Надо как можно быстрее ее развить. Не знаю, насколько быстро она разовьется у меня. Ну, что она там будет у меня просто так стоять? Хотя, если подумать, зачем я это сейчас буду делать, если... Так, что? Блин, давай отменим. Если мы собираемся с вами зачищать карту, да? Логично? Логично. Так, мана, тут еще остался час 24. Да, долго еще нам делать. Ну ладно, пускай он покумекает. 27 минут на заклинание. Давайте вернем в тренировочный зал. Куда она мне спустилась, это вообще непонятно. В склад зачем-то сбежала. Видать, захотела поближе к золоту. Ну что же, перекур. Так, ну что, давайте, ребята, глянем, что у нас тут. Опа-на, мы получаем 9 уровень. Замечательно. Так, боец 13 уровня. Ты 11 уровня. Маны пока... А, нет, есть. Ого! 4000 маны получили. С едой все в порядке. Жаль только, что одного уровня все-таки не хватает мне. Обидно. Для топорика, как вы помните. Он нужен 14-й. Подожди, что-то не туда нажал, да? А, да. А она у меня 13 уровня. Слишком слабенькая пока. На один уровень буквально отстает. Ну, я думаю, это дело поправимо.
Спешить нам все равно некуда. Так, подожди, ты куда у меня? Стой на месте, не дуркуй. Бассейн маны. Не могу я пока с ним ничего абсолютно сделать. Как бы мне вот увеличить еду? Это же надо, по идее, склад увеличить. Здесь 30 тысяч нужно, а у меня только 18. Забираем награду. Победа над другим игроком. Перейти. Ну что же, в принципе, это задание тоже надо будет когда-то делать, рано или поздно. Давайте посмотрим на карту. Ой, а что это у меня тут такое? 5 уровня, мощный волк. А это-то что такое? Милорд, на наши земли напали. Пройдите 10 вторжений за отведенное время. Ничего себе, вся карта усыпана. Ой, да это же... Ну, басы. Так, давайте, наверное, возьмем с собой нашу девочку и попробуем подраться. Маг, хорош, дуй, иди сюда. Так, толстый, ты пойдешь у меня сюда. Забираем еду, деньги и все тому подобное. Ну что, давайте пойдем накумарим. Разведать. Поместите войско в казарму. В плане. Блин, и куда я их поставил-то, а? В тронный зал. Вот додумался-то, а? Ошибся, ошибся, ребята. Ничего, бывает. Давайте вернем их обратно. Что-то немножко я сглупил. А пока поставим. Так, у меня готовое заклинание есть. А как его делать-то? Это у нас готовка. 30 минут. А еще можно сделать? Давайте вот это попробуем. Вот, замечательно. Ребята, мы можем, оказывается, делать, заказывать целый ряд заклинаний. То бишь, они будут постепенно делаться. Одно сделается, начинается второе. Ясно, это мы разобрались. Ну что же, давайте попробуем. А, надо добавить еще заклинание. Так, а у меня же нету. Они же вроде все готовятся пока еще. Странно. Как-то очень все странно. Пусто. А, подождите, вот это вот, наверное. Ну да, что-то я сглупил. Все, вроде как установил. Давайте нападем на мощного волка. Что у него там? 430. Мощный волк, ты извини меня, но мне нужно для квеста сделать это. Если ты смотришь и видишь меня. Замечательно, порвали. Ну, тут вообще никакого сопротивления я не вижу. Просто мальчик еще начал только развиваться. Как и меня когда-то в свое время колбасили, сейчас то же самое и получилось с ним. Подло, конечно, но... Сэр, захваченным вами земли вторглись враги. Найдите место вторжения на карте и прикажите войскам атаковать противника. Забираем награду. Сэр, я настоятельно рекомендую улучшить подготовку личного состава. Пока мы воевали с орками, этого было достаточно, но нежить более опасный враг. Я видел, как наши бойцы фехтуют. Удивительно, что они до сих пор живы. Отправьте салаг в оружейную. Им учиться и учиться. Спасибо, ты меня, конечно, утешил. У меня один салага уже учится, насколько вы видите. Ну, я так понял, им этого недостаточно. Давайте отправим еще одного человечка на переобучение, так скажем. И можно, наверное, попробовать. Наверное, попробовать выйти на карту. Так что... Да какая разница, в принципе. Свободных людей у меня нету, которые просто могут разгуляться. Неспокойная земля. Давайте попробуем вот здесь вот. Напасть на этих. Я думаю, в принципе, никаких у нас этих не будет проблем. Тем более трое каких-то нубари. Хотя, как сказать... Что-то мы долго первого ковыряем. У меня уже маг лежит практически. Ого, и краса. Что-то не то. Они какие-то усиленные. Но, тем не менее, мы побеждаем. И я получаю сундук. Дайте что-нибудь путевое. Ребята, в конце концов, я хочу что-нибудь хорошенькое. Ну, и... Ну, почти 2000 золота. Ладно, хорошо. 23 тысячи общего количества денег у меня. И, ну, вы пока у меня тут все болеете.
вас надо отправить в госпиталь, подлечиться немножко. И вот я думаю, знаете что, стоит ли нападать на второй, как бы сказать, во второй бой идти или нет? В первом бою они меня почти одолели. Ладно, сейчас они отхилятся, и мы глянем. Ну, ребят, давайте быстрее лечитесь. Что вы так медленно все делаете, а? Ну, вроде бы уже отхилились. Давайте возвращать их. Да что ж такое, не могу выделить, а? Выделяю карту, и все, хоть ты тресни. Ну, а теперь можно идти на карту и выбирать второе вторжение. Ого! Два мага, два лучника. Что-то здесь больно жестко как-то. Вот сижу и думаю, стоит ли вообще нападать. Вы посмотрите, сколько мощи. 2500. Джоан какой-то здесь стоит. Так, неспокойная земля. Ну, по идее, тоже надо ее проходить. Ну и здесь тоже надо. Но здесь нам явно ничего хорошего не светит. Я думаю, может быть, пока зайти в замок. У нас магия-то, кстати, есть с собой какая-нибудь или нет, а? Давайте соберем это все. Ману, денежки. Эти у меня получили по уровню, ребята. Что такое обозначено? Градусник или непонятно что? Ладно, давайте, короче, попробуем. Нет так нет, зато будем знать. Ёлки-палки, вы посмотрите, а? Маги, лучники. Маг у меня один упал. Краса моя тоже сейчас упадет. Так, ворот. Нет, 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 конечно же нет. Ничего себе армейка у них. У меня всего 3 юнита, а у них 5-6 даже. Ну да, не кисло, конечно, они меня размозжили. Забираем свои кристаллики, заработанные честным трудом. И, наверное, глянем, что мы здесь вообще сейчас можем сделать. Никаких построек у меня пока не ведется, как вы видите. Маны, маны 4000. Еды, как обычно, полным-полно. А можно, интересно, увеличить? Ну, конечно, можно, только бы были бы деньги. Ну, с деньгами у меня напряженка. Ну что же, давайте, наверное, сделаем небольшую с вами, ребята, паузу. Ну, здравствуйте, дорогие мои. Денежек у нас 24 тысячи. Получил уровень. 10-6, ну, в принципе, нормально. Но все равно слабенько. Не устраивает меня это. Куда ты у меня разогнался? Эй, братиша, стой. Побежал уже. Ну что, давайте, наверное, попробуем пройти. Кто здесь у нас такой? Джуан, 39. 400. Давайте посмотрим, что это вообще за... Возьмите в бой заклинание. Я же просто хотел посмотреть, а не драться с ним. Давай приготовим еще одно заклинание. Закроем. Может попробовать с магией. Не, давайте основное задание. Вот сюда. Ломанем. Магия у нас вроде бы как есть. И можно будет, в принципе, попробовать их разнести. Давайте, чем черт не шутит. Да опять ты со своим заклинанием добавить. Это у меня все дело. У меня только один шар готов. Вот этот вот. Давайте его как его там? А, использовать. Готовить. Нет, готовить это совсем другое. Вот, закрываем. Все, в бой идем. В бой идут одни старики. Блин, бомбануть сейчас надо. Надо бомбануть обязательно. Ну-ка, ловите, ребята. Ага, она бьет только по одной цели, но достаточно эффективно. Краса, держись, родная, держись, моя девочка. Ух ты, а здесь мы быстренько распинали. Распинали их довольно быстро. Что получаем за это? 1600 сундук. Ну, сундук, естественно, мы сейчас с вами глянем. Что нам там дадут хорошенького? 1137 золотых. Итого 27400. Этого, конечно, недостаточно. По-моему, самая минимальная сумма, которая мне нужна, это 30 тысяч. И очень хочется мне все-таки, чтобы она получила 14 уровень и взять в руки этот топорик. В два раза, считай, больше убойной силы. Чего мне так не хватает для дальнейшего прохождения. Ну, сейчас мы это, в принципе, сделаем.
Давайте закажем себе еще магии. Подождите, а как ее заказывать-то? А, вот здесь надо готовить. Магический шар. 74. Не хочу я тратить кристаллы. Давайте, наверное, еще один закажем. А может быть... Сколько у меня? 1900. И еще на один, наверное, хватит. Вот так вот. Вот так будет самое то, что надо. Ну, и теперь... Чем нам теперь заняться-то? Максимум для боя. Ничего себе там. Плюс один. Я что-то не помню, что он у меня там получил. Плюс один. Не доглядел немножечко. Колодец можно улучшить? 90 тысяч! Блин, откуда такие деньги здесь можно вообще добыть? Может быть, здесь какой-то есть секрет, как зарабатывать деньги, а? Ребята, вы знаете? Если знаете, поделитесь, пожалуйста, со мной. Или вы знаете, как это ускорить? Просто это будет и мне, и вам хорошо. Дорога во тьму. Ядрить твою на корень. Три некроманта. Ну-ка. Давайте-ка посмотрим. Немножечко я отстаю по мощностям. Ну, совсем немножко. Вот, что скажете, нападать, нет? Светлана, Оксана, Марьяна. А тут 3 часа 8 минут. То бишь, если я за 3 часа не успеваю, я пролетаю. Так, 8 уровень получает. Это как типа эвента, что ли? Ну, похоже на это почему-то. Наверное, так оно и есть. Ну ладно, ребята, у нас, значит, что? Делается мана. Эти ребята пускай стоят здесь. И ты тоже сюда иди. Ты иди на прокачку. Ну а на этом, ребята, я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, ребятушки, всем пока.